Ты, Сэм, салют. Йоу, помнишь, я когда-то говорил тебе, что нет лучше способа изучать английский, чем сделать процесс приятным? И, наверное, нет ничего приятнее, чем стендапы, спешлы, SNL, вечернее шоу, ну или подборка моих любимых комиков. Let's go! If you ever been to England, if you go through airport security, they're real tense. Everyone was real nervous because of terrorist attacks. Everybody, except for me. You know why I wasn't scared? Because terrorists have never taken black hostages. Короче, нет стендап-комика смешнее, чем мистер Дэйв Шапелл. Актуальный, острый, житейский юмор в подаче бы, будто бы тебе рассказывает друг историю из вчера. And do you know why they have never taken black hostages? Because we are bad bargaining chips. They would call up the White House, hello, we have got 5 black people, and we will kill them to... Hello? Hello? Real fucking talk. Если, не дай бог, со мной случится эта ситуация, то ребята в маске отпустят меня и скажут, ладно, Сэм, иди, за тебя мы ничего не получим. Нас тут интересует фраза bargaining chip. Дословно bargaining chip переводится как козырь или то нечто, чем ты можешь торговаться. Представим себе ситуацию, ты хочешь загнать свою колымагу, на которой висят блатные номера. И ты думаешь, yo, I've gotta get the best price, because this number plate is my bargaining chip. Yo, мне нужно постараться выбить лучшую цену, потому что эти блатные номера мой козырь. My mom smacked me in front of company. My friends was over my house. I'm downstairs. We playing. We having a good time. My mom come downstairs. She said, hey, I told you to keep it down. You don't run this house. I do. Okay? With that being said, that's it. You're done. Go to bed. Smack me. Мистер Кевин Харт. Наверное, самый успешный комик сегодняшнего дня. У него и фильмы, и сериалы, и свой продакшн, и, наверное, самый интересный body language всех времен и всех народов. Опять же, если не можешь сообщить языком, то используй body language. Sit me up to my room. Now, you know when you get smacked when you're a kid, you get hype. When you get by yourself, you gonna smack me, bitch? In front of my friends? You gonna smack me? Поставь лайк этому ролику, если в детстве, когда батя давал тебе по заднице, ты представлял, что однажды вырастешь, захватишь его руку на полудвижении и не позволишь себя унижать. To keep it down. Это довольно просто, поэтому врубайся. Yo, Sam, stop going crazy. Keep it down for a second. I'm trying to think. Есть идеи? Тогда давай еще один. Come on. Keep it down, man. There is nothing to worry about. I got it. Yo, keep it down. Тебе не о чем волноваться. У меня все схвачено. Да, keep it down – это фраза, которой ты можешь призывать другого человека не эмоционировать или же, проще говоря, держать себя в руках. Men lie the most, women tell the biggest lie. Если честно, я до конца не знаю, за что люблю Криса Рока. То ли за его ультраписклявый голос и экстраэмоциональность, то ли за то, что он сам кайфует от своих же шуток и не скрывает это. Кстати, можно ли комику кайфовать на своем же стафе? Что думаешь? Call a man out for lying is like playing basketball with a retarded kid and calling him for double dribble. You gotta let some shit slide. You just gotta let some shit slide. Just let it slide, говорю я тебе после того, как в метро кто-то специально задевает тебя плечом в поисках неприятностей. Just let it slide дословно переводится как «забей», «отпусти», «иди дальше». Hey man, he's just trying to get on your nerves. Just let it slide. Йоу, он просто старается тебя задеть, старается накапать на твои мозги или нервы, или как вы это говорите. Забей. Этот ролик был бы неполным, если бы я не оставил тебе шутку, которой ты можешь хохмить среди друзей. Лови. A bear and a rabbit are taking a shit in the woods. And a bear turns to the rabbit and says, excuse me, do you have problems with shit sticking to your fur? And the rabbit says, no. So the bear wiped his ass with the rabbit.
Ать, это был список моих самых любимых комиков, но у меня для тебя есть свой уникальный стендап спешл. Всем привет, меня зовут Сэм, и я из Мытищ. Да-да, я знаю, что сейчас происходит в твоей голове. Что? Как это может быть? Неужели это правда последний сезон «Игры престолов»? Йоу, в моей жизни происходит очень много дерьма, но есть одно, что мне максимально надоело. Каждый новый белый, который приходит в мою жизнь, считает за долг пошутить какую-то избитую, максимально лохматую шутку. Йоу, Сэм, знаешь, какие три белые вещи есть у каждого черного? И уже в середине шутки начинает смеяться. И я всегда притворяюсь, будто бы я это слышал не миллиард раз, и начинаю поддерживать. Ха-ха-ха, да-да-да, классная шутка, но мне это надоело. Знаешь, что черное есть у каждого белого? Тайный парень его девушки.